Рахмет, помимо соблюдения требований закона на то, чтобы давать разрешение, влияют ли репутационные моменты? Например, Елена Малышева поддерживает Путина и войну в Украине. Она также известна странными методами лечения болезней. И также вокруг нее не раз были коррупционные истории. В связи с этим вопрос, даже если связанная с ней клиника будет соответствовать требованиям, дадут ли разрешение, несмотря на такую неоднозначную репутацию? Ведь в таком случае Рамзан Кадыров сможет что-то открыть, если просто будут бумаги правильные. Багдад, знаете, внешние наши позиции, наши Казахстана, это все, мы во всем всем открыты, мы всем дружим, со всеми, у нас позиция наша многополярна, со всеми мы обсуждаем. Я не знаю, эту методику, Малышева или нет, что за методика, непонятная вещь. Сейчас рано я об этом обсуждать. Кому он говорит? Знаете, какой-то, это же сама позиция Малышева, его методику, я говорю, разные вещи, наверное. Я, честно говоря, мы телевизор видим, я не знаю, что за методика. Еще рано об этом обсуждать. И, а сама позиция, что имеете в виду насчет самой позиции? Я сейчас еще раз говорю. Внешняя политика нашей республики направлена добрососедской, дружеской, многополярной везде. Мы в этом направлении всегда работаем. Багдад, пожалуйста, ваш второй вопрос. В то же время Казахстан не поддерживает войну в Украине. И если человек, который поддерживает войну в Украине, приходит, то какая будет реакция? Ранее похожая ситуация. В казахстанских городах отменялись концерты российских артистов, которые поддерживают войну. Я не понял ваш вопрос. Багдад, я пожалуйста, давайте по вопрос. Теме. Да, вы говорили, что Казахстан открыт ко всем, но Казахстан не поддерживает войну в Украине. И если человек из России приходит, который поддерживает войну в Украине, то какая будет реакция? Ведь ранее в казахстанских городах концерты российских артистов отменялись. Тех артистов, которые поддерживают войну. Не знаю, где отменяется, где что. Но еще раз, внешняя политика нашей страны – это многополярность и дружеский взаимососедский проект. Мы в этом направлении придерживаемся и в этом направлении работаем. Ситуация данная непонятная.